Добрий день, в ефірі телеканалу Миколаїв програма «Контраргумент по скрипту». І зараз хочу представити сьогоднішніх гостей. Це Володимир Корчагов, начальник управління екології департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, і Ігор По, журналіст і публіцист. Доброго дня, я рада вітати вас в нашій студії. Володимир Германович, ну, мабуть, перше питання до вас. Вчора ми говорили про рекреаційні зони, про їх екологічний стан. Та що ж таке рекреаційна зона? Скільки їх в нашому місті, в Миколаєві? І чи є перспектива їх якогось розвитку? Добрий день. Для того, щоб, скажімо так, говорити о рекреаційних зонах, потрібно розуміти взагалі поняття рекреації, що таке. Так от, рекреаційна зона – це спеціально оборудована територія в місті або в зеленій зоні для відпочинку громадян. На сегодняшний день в городе Николаеве, согласно перелику рекреационных зон, который утвержден сессией городского совета, более 212 рекреационных зон. Сюда входят парки, скверы, зеленые уголочки, бульвары нашего города, объекты природозаповедного фонда, благоустроенные территории, внутридомовые территории и много-много другое. На сегодняшний день особым, скажем так, особой популярностью граждан города Николаева для летнего отдыха, да не только для летнего отдыха, пользуются скверы, которые находятся в основном в центральной части города, и там, где есть фонтаны, там, где есть возможность находиться рядом с водой, и в Корабельном районе скверы и парки. Это Витовский, Металлургов, сквер и так далее. Также рекреационная зона подразумевает в себе и пляжи. Ну, по пляжам вчера, в принципе, говорили многое. Можно сказать, что большая работа сделана городской властью для открытия пляжей, и на сегодняшний день они функционируют в более позитивном моменте, чем на протяжении прошлых лет. Что касается парков и скверов, то могу с уверенностью сказать, что делается большая работа для того, чтобы территория рекреации в городе Николаеве соответствовала нормам, и на сегодняшний день для этого в принципе есть и средства, и для этого есть и специалисты обученные, грамотные люди, но есть ряд проблем. Проблемы, возникающие в, может быть, не то что не вовремя, а срывом графиков по уборке санитарной очистки, которые тут же, скажем так, исправляются, контролируются нашими службами. Что касается скверов и парков, которые находятся на территории города и рядом с ними находятся фонтаны, то это можно посвятить, в принципе, отдельную передачу, говоря на тему фонтанов в городе Николаеве, которые, безусловно, вносят большую лепту для того, чтобы привлечь жителей для отдыха в том или ином парке и сквере. На сегодняшний день в городе Николаеве находится 9 фонтанов, из них 8 находятся в удовлетворительном состоянии, один на сегодняшний день не работает. Не работает Сивашский, на Сивашском сквере фонтан. Дело в том, что он требует капитального ремонта, есть проблема с подачей воды, в принципе, проблема с подачей воды для города в качестве полива зеленых насаждений существует издавна. И ну, вот хотелось бы сказать, что на сегодняшний день у нас 212, да, 215 объектов рекреации на сегодняшний день, а поливочные водопроводы находятся только на 15 объектах, те, которые обслуживают департаментом ЖКХ. Поэтому основной уклон сейчас городской власти нацелен на то, чтобы сделать поливы автоматическими, автоматизированными, то есть подключаться к единой системе водопроводного хозяйства города и разрабатывать проекты по автоматическому поливу газонной части, по автоматическому поливу цветников и так далее и тому подобное. Да, изначально это будет затратная часть. Не скрутят ли им голову точно так же, как скручивают голову душевым кабинкам? Постоянно скручивать голову, вы имеете в виду сопла, которые распылители? Возможно. Беда в том, что от этого никуда не уйдешь. Но уповая на это, нельзя не пытаться идти вперед. Может быть, тем самым, если мы будем постоянно показывать что-то хорошее, у нерадивых людей просто руки не дойдут до того, чтобы скручивать это. У меня такая точка зрения. Совет Европы, когда открывался на День города, дай бог памяти, 2011
2011 году, не помню, в 2011 году. Это на Садовой. На Садовой, да, капитальный ремонт был его. И там действительно поливочный водопровод изначально предусматривался в том виде, что он является автоматикой. После пару раз, скажем так, как он отработал, люди увидели, кто, не знаю, но мы их не нашли, вряд ли найдем уже. И действительно поскручивали эти сопла головок для полива. Пришлось делать стационарные, которые уже не откручивались. Зимой убираем с консервации, весной устанавливаем для того, чтобы был полив. Поэтому... Вот вы говорите, фонтаны. Один нерабочий, да, в Сивашском сквере. А фонтан на Комсомольской. И тоже рядом живешь. Помнишь этот фонтан, там, где лебеди были? Да, да, да. У меня все детство прошло возле этого фонтана. У меня тоже. Вот ничейный фонтан, откровенно вам скажу. Вот как это будет? Он ничейный? Не находится ни на чем балансе. То есть на сегодняшний день его участь, к сожалению, плачевна. Он в виде, скажем так, какого-то монументального памятника, но подключить его к воде невозможно, потому что нет труб, мы и проводили исследования. Ну, в том виде, в котором он есть, наверное, побудет еще какой-то период времени. Хотя задумка возобновить его присутствовала. И на сегодняшний день, в принципе, я эту тему не откладываю на дальний план. Вы говорите, труб нет. То есть их кто-то унес, вынес, или они как-то вот... Наверное, сколько лет он уже не эксплуатируется? Уже лет 15 как минимум, если не больше. То есть отсутствие эксплуатации любого объекта влечет за собой что? Влечет за собой его нетбалость. То есть он превращается в тот объект, который разрушается, у которого происходят процессы необратимые, условно говоря. Поэтому этот фонтан, он перспективный. Мы его не откладываем на то, что он будет постоянно как памятник стоять. Дойдут до него руки, в том числе сделаем, я думаю. Я в этом уверен. Мы будем надеяться. Да. Вот вы, когда говорили об объектах, рекреационных объектах, вы говорили о том, что есть также природозаповедного фонда. А да. Это что? Это объекты. Это где? Где и что это? Ну, объекты природозаповедного фонда в городе Николаеве всего 18 единиц, и из них на балансе департамента жилищно-коммунального хозяйства находится 9. Я не буду перечислять их всех, это вкратце дубы наши, более 100-летние, 200-летние, на Адмирала Макарова 4, Большая морская пересечение с улицы Артиллерийской возле облдержадминистрации. Это то, что касается единичных, да, объектов. Что касается скверов, это 68 десантников, Флотский бульвар, это тот же сквер Сивашский, где находится фонтан, и другие. То есть это отдельный статус, который придает данной рекреационной зоне статус, охраняемый законодательством. То есть любые действия, которые связаны с реконструкцией, ремонтом, переобладнанием или же, не дай Боже, какими-то другими действиями, должны согласовываться только по решению Кабинета министров и по нисходящей лестнице облачной администрации Горсовета. То есть должны быть решения. Довольно серьезные объекты. Мы их обслуживаем, они тоже есть у нас в перечне. У меня еще такой вопрос. Вы коснулись темы пляжей Николаева. Насколько я знаю, официально купаться разрешено только на двух. Да, это пляж Стрелка и в Корабельном районе. Да, Корабельном районе. А все остальные, тут же Маяк, Намыв, да. А почему там нельзя купаться? Может, там какое-то экологическое состояние не такое? Экологическое состояние, в принципе, везде одно и то же по пляжам города Николаева. Я не буду забирать хлеб своего коллеги Александра Анатольевича Герасименя, но скажу вам, что существует паспорт пляжа. И каждый пляж должен соответствовать тем нормам, которые прописаны в положениях про пляжи. Два пляжа у нас действительно прошли процедуру паспортизации. У них есть четкие посты по охране, у них есть водолазное обследование, то есть медицинский пост, то, что я помню по старой памяти. Остальные такого обладания не имеют. Поэтому приравнивать их к пляжам, ну, по закону неправильно. Хотя это зона для отдыха, это территория для отдыха, и люди туда выходят. Что касается Намыва, то Намыв
изначально не планировался как пляж. Это территория, которая планировалась как бульварная часть Намывская для того, чтобы прекратить подтопление Намыва, скажем так. То есть планировалось изначально сделать там бульварную зону. Ну, сейчас там пляж. Люди купаются, пытаются оборудовать это уже те предприниматели, которые там находятся. Посты, медицинские посты, хотя отчасти, как правило, этого не делается. И вот еще есть парк один, парк Победа. Да. Порядок навели на самом побережье, на пляже. А сам парк, в общем-то, в таком состоянии, место достаточно популярное среди николаевцев. Есть какие-то перспективы, чтобы этот парк действительно выглядел? Однозначно так, есть. Хорошо. И кому сейчас принадлежит этот парк? Потому что и суды идут, у кого-то он был в аренде. Вот на какой стадии, в каком состоянии сейчас? Я понял, спасибо за вопрос. До момента проведения всех судебных процедур определить статус парка, на чем он балансе будет находиться, пока нельзя. Это определит сессия городского совета после того, как мы его, ну, разорвем договор аренды с тем предприятием, которое его сейчас, скажем так, арендует в кавычках. Однозначно разорвет городская власть, я уверен в этом, и настрой городского головы очень сильный по этому вопросу. Я задам вопрос, если можно, вопрос вопросом. Когда вы были в парке Победы последний раз? Заедете сегодня? Позавчера. Ну и что вы там видели? Заросли, куча мусора. Маша. На пляже, да, красивая, аккуратненько. Пляж убран, не спорю. Та часть, которая там, где строительство. Заедете, посмотрите. Установлены новые скамейки вдоль основной, скажем так, аллеи. Убрана трава полностью, убран сухостой деревьев практически полностью. То есть постепенно мы наводим там порядок. Постепенно. Я говорю, мы, это городская власть. Я не говорю, что это конкретно управление экологией. Даже учитывая то, что парк пока еще в аренде у... А сколько можно терпеть и смотреть на этот ужас? Повторюсь, городским головой поставлена четкая задача. Сделать там порядок, навести его. Какими силами и средствами? Это уже... Каждый исходит из своих, или спонсорская возможность, или люди неравнодушные, которые такие тоже есть, выходят те же субботники организовывают. А парк, вмешаюсь, простите, в беседу, парк возле завода 61 коммунара. Сердце города. Сердце города? Не сердце города, большой коммунара. Большой. Да, полностью у нас на обслуживание. Ну, вот, ну, собственно, мы все там недалеко живем, и иногда там проходим сквозь него, да. В принципе, он убирается, я смотрю, он там довольно чисто, Сводники но... Сводники там любят проводить. Он какой-то все равно какой-то заброшенный. Унылый. Унылый, заброшенный, скучный. Какие-то там остатки скамеечек, остатки урн, какие-то собачники гуляют, какие-то там, ну, в общем, памятник этот большой, какой-то унылый, в общем, будет ли что-то вообще с ним делать? Место-то классное, центр города. Ну, вот смотрите, для того, чтобы развить рекреационную зону, да, ну, развить, может, неправильное слово подобрало, для того, чтобы провести развитие, да, рекреационной зоны того же парка, сквера, нужен его проект благоустройства. На сегодняшний день проекты благоустройства у нас имеет только один парк, это парк Богоявленский. То есть, что входит в проект благоустройства парка Богоявленский? Это четкая, во-первых, есть четкая граница парка, раз. Во-вторых, есть необходимость, показана документально, какие деревья высаживаются, какие высаживаются кустарники, где будут тропинки, какие будут лампы для уличного освещения, малые архитектурные формы, где возможно установить, хотя это законом не запрещается, лотки подмороженные, под воду для отдыха детей и так далее. То же самое, вопросов нет. Предлагаю, мы инвесторам, наверное, года три назад был инвестор, который 61 коммунара хотел разработать проект благоустройства с последующим, скажем так, взятие этого парка в обслуживание. Хорошая идея, почему нет, проблем нету, давайте. Но у него были одни такие нюансы, которые юристы департамента ЖКХ не пропустили. Там подоплека была игра, скажем так, слов. Но сам проект благоустройства я видел, естественно, его не передали. Он довольно неплохой, парк становился не унылым. Вы правильно говорите, он унылый. Действительно, в нем есть то, что вот какая-то вот... Не хочется там... Да, и вот если на Флотском бульваре приходишь и чувствуешь, что есть и затышек, есть душа какая-то, вот. Да, там мороженое, кофе, фонтан, люди, оркестр и так далее, то 61 коммунара какая-то вот есть
То ли аура у него такая, то ли что, не знаю. То в общем, ждем инвестора, все, да, насколько я понимаю? Ну, или не инвестора, скажу больше, Игорь. Я в бюджет, ну, не я, наше управление планировало проведение проектов благоустройства по территориям парковых зон на практически на 1,5 миллиона гривен. Но, к сожалению, они не прошли, потому что были другие насущные проблемы. Ну, я думаю, на следующий год, даст Бог, будем живы, это пробьем. Я надеюсь на это. Посмотрите, в Америке, в Европе принято, да, там компании в парке могут совершенно спокойно на траве посидеть. У нас, да, у нас есть такой бич, как собачники, и я, кстати, в том числе, у меня тоже есть собака. Но вот Игорь, например, недавно был в Израиле, и, в общем-то, своими глазами увидел, как там организовываются вот такие рекреационные зоны. Я предлагаю, у нас есть слайды, с фотографиями, которые делал Игорь. А Игорь прокомментирует, как в Израиле организовывается отдых и вот эти зоны. Ну там, скажу так, отдых там несколько, даже не несколько, он отличается, в принципе отличается, ну как бы, понимание отдыха для жителей отличается от нашего, да, вот паркового, допустим, прогулочного и так далее. То есть там в выходные дни или на праздники народ массово высыпает на улице, но не просто гуляет, а они там есть такая популярная штука, как шашлыки и барбекю. Ну, то есть, если барбекю это взято там из Америки, американского там опыта, да, вот, то шашлыки, они были, ну, как бы, то есть я лично удивился, насколько популярно там вот приготовление шашлыков на улице. Выглядит это так. Большой парк, любой, сквер, парк в любом городе, выходные дни или праздники, выходят семьи, и вот на зеленой траве, на лужайках, они ставят такие небольшие мангальчики или барбекюшницы и готовят мясо. Дым идет, ароматы. Вот. Спиртное они не пьют. Максимум, что пьют, там это пиво. Вот. И таким образом они развлекаются. То есть семьи выходят как бы в парки на природу, потому что всю неделю работают достаточно тяжело. Вот. И это доставляет огромное удовольствие людям. Они так общаются. Собираются компании, либо семья, либо компания. Вот они жарят шашлык и там, пьют пиво и отдыхают. Но после себя они убирают все. Вот все, что остается, весь мусор, они убирают в пластиковые пакеты, за исключением угля. То есть уголь они высыпают и оставляют кучки. Они просто работники этих парков, да, которые убирают, они их используют как удобрение. Потом эти сгоревшие угли. Все остальное убирается дочисто, потому что существуют очень большие штрафы, если человека застанут за тем, что он оставил мусор за собой. Я прошу прощения, перебью. У нас есть штрафы за то, что? Или это... У нас нет, просто некому следить, и я так думаю, что не хватает глаз. Вот. Ну и, честно говоря, я, опять же, это мое мнение, просто спустя немножко рукава к этому относятся. Те же люди, которые должны следить за, вот, я так думаю. Вот. Потом, что еще очень сильно удивило, это обилие зелени. Зелени не только парковой. Или там скверов, да, вот представьте себе, в принципе, Израиль это пустыня. Пустыня, да, вот. Минимум воды. Да, и... там, где я был, это город Бейершева, это юг, это административный центр юга страны, то есть город вообще весь в пустыне находится. Но насколько много там зелени, не передать словами, все цветущее. Причем это, опять же, я говорю, повторюсь, не парки, не конкретно парки и скверы, а все улицы, дворы, не говоря уже о парках. Ну, понятно, там своя зелень, там пальмы, там фикусы гигантские, алоэ, кактусы, там все это как бы для нас экзотика. Но сам факт озеленения пустынной территории, он, как сейчас модно говорить, ломает шаблоны. То есть представление вообще о том, что можно сделать из того песка, каменистого, да, каменистой почвы, то есть тамошние люди говорят, жители говорят, что там земля такая, что воткни палку, она зацветет, лишь бы ее поливали. Вот.
С поливом, ну, наверное, всемирно известно, это технология капельного полива, которую придумали конкретно в Израиле. Угу. Вот. Ничего особенного на самом деле. Ну вот на первый взгляд, то есть идя по улице, можно заметить каждому цветочку, каждому деревцу вот на улице, да, между ними проложены шланги, ну, полиуретановые шланги сиреневого цвета или оранжевого, для того, чтобы люди видели, чтобы не спотыкались. Вот, и с дырочками. Они работают в автоматическом режиме. Два раза в день, в сутки включается полив, то есть это не разбрызгивает, просто водичка так потихоньку там под очень маленьким давлением льется и полив. Благодаря этому все цветет круглый год. То есть обслуживает все это хозяйство муниципалитет. Муниципалитет, безусловно, безусловно. Мало того, я хочу сказать, что подчеркнуть, что несмотря на то, что страны у нас, ну, достаточно разные во всех отношениях, но там также очень пристально местные жители следят за работой муниципалитетов и за работой мэров. То есть в каком-то городе могут сказать, вот у нас хороший мэр, он хорошо относится к людям и к городу, он любит город, поэтому люди его уважают, допустим, переизбирают на новый срок. Но это уважение, оно выливается вот в такие парки, такие чистые улицы, в озеленение, в беспрерывную работу по уборке, там, ну, чем должна заниматься, собственно, городская власть, вот этими разными вещами. Вот. А есть, ну, есть быть города, какая-то внутренняя культура у людей в том числе. Внутренняя культура, она воспитывается разными путями, это немножко другая тема для разговора, как ее воспитывать, да, то есть можно силовыми методами, штрафными. Вчера, да, предлагали подзатыльники. Вот, можно подзатыльники, вот, а можно эту культуру воспитывать с молоком матери, то есть с детства. Ну, опять же, это немножко другая тема. То есть мы говорим о том, как это выглядит в готовом виде, а как это сделать, ну, это, я так думаю, что об этом можно говорить долго, много, правильно или неправильно, ну, вот так. Поэтому, когда человек попадает в другую страну и начинает невольно сравнивать состояние, вот, состояние города, как организм, вот эти шаблоны, они ломаются. Ну, вы знаете, реально. Нам даже в Украине есть чем сравнить. Безусловно. Я вот за последний месяц я была в Черкасах и была в Виннице. Да. Города настолько кардинально отличаются от Николаева. Правильно, когда-то львовский мэр сказал, что наш город, он как бы недолюбленный. Да. Потому что вот в Виннице, например, у них на столбах такие вот клумбы. И очень красиво город украшен. У нас одна была, насколько я помню. Значит, она есть, сейчас, есть, да? Да, на Советской. На Советской. В Черкасах мы, например, нам очень хотелось найти хоть одну позвонишку. Ну, так вот, ради интереса посмотреть, вообще есть в городе. Нет, бродячих собак очень мало. Мы за несколько дней пребывания в Черкасах мы увидели там, ну, штуки три их бегало. Кстати, Маша, прошу прощения, быстренько перебью, для того, чтобы поддержать тему. Бродячие собаки. Больная для нас тема, да? Ну, реально больная, болезненная тема. В Израиле нет бродячих собак. Вот кошки есть, уличные, а бродячих собак нет. Вообще ни одной нет. Почему? В свое время бродячих собак признали угрозой для человека. В Израиле? Да. Бродячая собака представляет угрозу для человека, поэтому разработали специальную программу по их изъятию из улиц. Нет. Я не знаю, как это делалось в начале, но я знаю, как сейчас. То есть вот сейчас, вот представьте себе картину, нет бродячих собак в городе, например, и вдруг появляется какая-то, да, ну вот на улице собака. А это говорит о том, что собаку выгнали из дома. Да. Любой человек звонит по телефону в специальную службу. Сразу же приезжает машина, забирает эту собаку в приют, специальный приют, и на следующий ее приводят в порядок, если она там, ну, там какое-то время уже больная, либо там, ну, неважно. Вот, приводят в порядок, моют, расчесывают, делают прививки, там все дела. И на следующий день буквально дают объявление во всех средствах массовой информации этого города, что приют предлагает в семью такую собаку с фотографией, с видео и так далее.
Так вот, опять же, государство, специальная государственная и муниципальная программа. Если человек забирает собаку из приюта, ему государство до конца жизни этого животного компенсирует затраты на его содержание. И все, и проблема решена. Проблема собак тоже и в Николаеве решается. Надо дать должное, на сегодняшний день предприятие работает, слава богу, уже по отлову, когда начали 16 февраля этот день отсчета, то по сегодняшний день становится на ноги, довольно плотно работает с общественными организациями. Я вот в прямом эфире просто хочу поблагодарить общественную организацию «Феникс» за то, что они оказывают всеобъемлющую помощь с пристройством тех же животных, которые отлавливаются с города и которые могут быть пристроены, и по организации отлова животных в том числе. Довольно грамотно поставлена работа, поэтому... У нас, к сожалению, осталось чуть мало времени, буквально одна минута. У меня такой вопрос к вам, Игорь, и к вам, Владимир. В Николаеве, где вы любите отдыхать? Есть в нашем городе любимые уголки, куда вы с удовольствием приходите вместе с семьей? Кому вопрос первый? Мне? Ну, давайте. В принципе, любимое место отдыха у меня – это Флотский бульвар. Да, я туда люблю приезжать, сходить с семьей, гулять. А изначально, когда родилась дочка, то мы с женой выезжали в парк Петровского, в то время, когда он еще был, скажем так. Сейчас, кстати, приведен в порядок более-менее, ну, или мне кажется? Я помню, когда его начали приводить, тогда еще, ну, ныне покойный подольский депутат Совета пытался его сделать, и у него это получалось. Там была охрана, было очень красиво, чисто. Мы гуляли в парке Петровского. В принципе... Ну, в основном это, вот сейчас я уже не побоюсь поехать на пляж Стрелка, откровенно вам говорю, потому что он чистый, он аккуратный, и видно, что за ним уже начали присматривать, поэтому, в принципе, нет мест, где бы не хотелось. Очень красивый, кстати, хочу сделать рекламу скверу Каскадному. Каскадному скверу у нас на Сухом Фонтане, это один из старых скверов города Николаева, который был заложен еще работником ЧСЗ, Черноморского судостроительного завода, и там уникальная система фонтанов, то есть они идут каскадами, и в жаркое время дня, находясь там, плюс тень деревьев, очень-очень приятно находиться там. Поэтому... Ну, что касается меня и моей семьи, то в принципе, у нас мест таких знаковых, культовых не так уж много. Опять же, тот же парк Петровского, вот, и Флотский бульвар. Это да. Яхт-клуб не беру в расчет. Отвратительное совершенно сейчас, место. Сейчас, да, конечно, выглядит. Причем уже давно, и находиться там в жаркое время года невозможно, асфальт там. В общем, к сожалению, потерял вот этот вот... Привлекательность. Да, привлекательность. Що ж, я дякую за те, що завітала до студії, дякую за відповіді, цікаву розмову. Побачимось в ефірі. На все добре. Дякую.